22 марта на юге Кузбасса ожидается пасмурная погода, местами пройдет дождь со снегом. Возможны слабые геомагнитные возмущения. В Прокопьевске ночью минус 9, минус 11, днем минус 1, минус 3. В Осинниках ночью минус 8, минус 10, днем 2-4 градуса ниже 0. В Мысках ночью минус 7, минус 9, днем около 0. В Междуреченске ночью минус 8, минус 10, днем до минус 3. В Шерегеше ночью минус 11, минус 13, днем минус 4. Ветер до 14 метров в секунду. В Новокузнецке во вторник будет пасмурно, пройдет дождь со снегом. Температура ночью минус 8, минус 10, днем 2-4 градуса ниже 0.